Клубы пары и затопленные рельсы. В Самаре на пересечении улиц Ташкентская и Старозагора прорвало тепломагистраль диаметром в 1000 миллиметров. На этих кадрах видео записали очевидцы, запечатлены последствия коммунальной аварии. На улице Алма-Атинская, на пересечениях с Карла Маркса и Старозагорой вплоть до Московского шоссе образовался настоящий потоп. В некоторых местах легковушкам приходилось не ехать, а плыть. Уровень воды доходил до бампера и даже выше. Автобусы и газели разворачивались, водители отказывались следовать по намеченному маршруту. Департамент транспорта сообщил, что из-за прорыва автобусы номер 21, 23, 41, 59, 59А осуществляют объезд по маршруту улица Алма-Атинская, Московское шоссе, Димитрово, Старозагора в оба направления. Приостановлено движение трамваев также в оба направления. Собирать резервные схемы, соответственно, значительную часть потребителей удастся подключить по другой магистрали.